пополнение. В алматинском зоопарке у пары одногорбых верблюдов родился малыш. Его назвали Айя. С арабского это имя можно перевести как «чудесное». Айя чувствует себя хорошо, много двигается, осваивает новую территорию и знакомится с соседями. Детеныши верблюдов наиболее уязвимы к внешним факторам на первых этапах жизни, поэтому от дурного глаза, по казахским обычаям, новорожденную повязали красную ленточку. Эти пара одногорбых верблюдов у нас уже в зоопарке с 2006 года. Они уже нам приносили уже шестой приплод. И в разных зоопарках вот это пять верблюдов мы это обменялись. Если сказать, московский цирк, Таджикистан обменивались с этими приплодами.